Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Привет, У! Сегодня я тебе покажу своего хриля. Он умеет оборачивать и не оборачивать рубку. Я у него буду залазить через два люка. Сейчас посмотришь, хай загрузится. Он умеет еще оборачиваться на месте. И это все на телефоне. Ну, оборачиваться на месте, это все из-за того, что я поставил моторы снизу. И у меня колеса кнопки из-за того, что они будут за тяжелыми, если обычными, из-за пушки. Вот смотри, оборачивается. Сейчас сделаю, чтобы не оборачивалось. Вот. Ну и вот так вот. Вот я его еще постарался сделать реалистичнее. Но вот эта вот под пушкой квадратная штука, видишь, вот она может быть такой, но, блин, она слишком низко. Я ее, наверное, потом сделаю такой, как надо. Ну и все. Пока. Ух. Привет, Ургеймс. Мы с моим другом Гатиком сделали вот такой вот красивенький Титаник. Прямо за звуки. Да. За не понял меня. Да. Ну, вообще, проведем тебе кратенькую этот показ. Тут у нас каюта капитана. Мы не стали Титаник если такой нажать, большой делать. Если вот нажать на вот эту кнопку, запустится фейерверки. Ну, да. Типа когда отплывать. Когда вот, отплывешь, вот тут трубы. Да. Они очень сложно делали, мы их. Ну, я, кстати, забыл тебе, ладно. Я тебе забыл рассказать, как это сделать. Как сделать такой круг. Короче, это шлюпки такие. Угу. Конечно, дерева не хватило, сорямба, но... Угу. Понимаешь. Так, вот. Эта штука... Вот тут вот, а вот это у нас... Этот лифт, который вот делал Гатик. Лифт. Да, лифт, который я сделал за минуту. Вот кают, ну, мы, наверное, сделаем второй этаж еще. Да. Это и еще недостроенная постройка, так что Ургеймс, да. Жди еще одно этот, еще одно видео с нашим этим прибытием. Мы уже, может быть, покажем еще что-нибудь. Тут вот такая... мини-кроватка, типа, какая-то, я потом ее тоже обустрою. Ургеймс, мы, вот здесь, еще, кстати, мы покажем этот. Мы, а если что, понял, снимаем вот через бандикам. Я надеюсь, кое-кто не поленится и сделает Full HD экран. Я надеюсь. Через бандикам это, которое 10 минут снимать. Ну, Ургеймс, сейчас мы переспавним там Титаник. Ой, чтобы, а ну, чтобы салют, когда поедем, салют пустить. Мы не будем... Ну, мы показали его, все. Или давайте, что мы еще можем показать? Ну, мы тебе можем показать сбоку, тут есть сейчас надпись. Вот пригрузится, вот надпись, фирменный цвет. Вот так вот спереди он выглядит. Давайте мы немножечко проплывем. Конечно, на шлюпке, я думаю, чтобы шлюпки, можно забираться на шлюпки вот таким вот способом. Вот так вот, когда плывем, вот так вот на шлюпке, а то так неудобно, а то вот так вот забираться. Пожалуйста, займи. Да. Ну, Ургеймс, 100%. Мы старались, да? Вот, о, там, наверное, у него там много построек на почте. Вот так ступенечки нас... сделали. Ну, если заметишь, что давай, круто. Давай поплывем, да. Отчаливаем. Кстати, канал. У нас есть свой канал. Там свой, твой. Ну, наш вообще, потому что мы вместе снимаем. Отлично. Там очень видео. Обычно ты Стёма снимаешь, рученькие. Да не, мы обычно там с некоторыми. Ну ладно, Ургеймс. Это был вот такой вот обзор на Титаник. Тут у нас еще лампочка есть. Да, и вот такой вопрос. Почему у тебя постройки на твоем сервере два раза... Ну, то есть два раза одна фотография. Ну, типа, да, вот, допустим, там... Это вообще разрешено на твоем раза... сервере? Да. Ну, я не знаю, я правильно что-то, я не помню. Ну, я сейчас покажу, тут вот шлюпочки. Садись-ка на шлюпку, Гатик. Да. Вот, ну, видишь, теперь легче. Ну, и вот так вот можно катапультироваться, и вот так вот смотреть, как он уплывает. Нам нужно еще тут два моторчика, наверное, чтобы лодки умели плыть. Просто у меня этих. Ну, ладно, Ургеймс. Пока. Вот это рабочая ракета.
Первый этаж. Второй этаж. Вход в ракету. Все по отдельности отцепляется. Перед полетом надо будет это открепить 6 лет. Там сверху я сделала небольшую луну, на которой можешь будет построить себе базу или что-то в этом вот роде. Вернусь, когда я буду подлетать. Первый этаж сбрасывается. Уже вот рядом. После того, как приземлиться, надо будет сбросить последний этап. Готовлюсь к посадке. Все. Вот она, Луна. Выжившие. Здесь вот спокойно можно строить. Еще можно сбросить портал и телепортироваться на Землю. Вот так. И теперь открепляем. Все, когда портал упадет на Землю, можно будет телепортироваться. Это, вот так это все выглядит. Вот портал и упал, и улетел. Здорово, Ютуб. В общем, тут что-то игра сломалась, но это не важно. Короче, показываю свои постройки. Специально на почту как бы скину, да, сняла. Начну, пожалуй, с своего самолета. Этот самолет я довольно-таки долго строил. Но, ну как долго, один день, ну, если в целом считать. Ну, считаю это нормально, то есть это не совсем. Это типа ангар, но да, он очень красиво выглядит, согласитесь. Просто, ну, платформы классные, да. Ну ладно, ждем, пока он загрузится, я сразу его покажу. В общем, как-то так он выглядит со стороны, то есть вот такой вот самолет, по сути, вот шасси у него тут есть. Ну, то, что у самолета есть, то у него тоже есть. То есть такой он примерно, ну, пассажирский, так скажем, но еще не совсем пассажирский на самом деле. Больше как бизнес какой-то самолетик. В общем, здесь у нас есть места для пассажиров. Они здесь сидят, их здесь много, да, все-таки это, наверное, не пассажирский самолет. Здесь у нас наверху полочки, в которых хранятся багаж. В общем, здесь у нас всякие вещи, ну, это, знаете, место для багажа. Ну, здесь я решил просто сделать какие-то прикольные штучки, поставить сюда какие-то предметы, ну, не знаю зачем, но пусть будет. Здесь это не важно, сейчас потом покажу. Здесь у нас джетпаки, да, оборудование, все дела. Идем в кабину пилота. На дне я старался больше всего. Здесь у меня аларм на включение первого, второго двигателя. Здесь у нас всякие кнопочки, такой, декорация как бы. В целом это как-то вот так вот выглядит. Ну, да. Здесь у нас еще какие-то такие клапаны, всякие эти кнопочки. То, что есть в кабине пилота, собственно. Наверху у нас тоже рычаги есть. Здесь это аварийные всякие рычажки, вот такие вот в этих капсулах. Здесь у нас тоже кнопки, которые рабочие, и они что-то делают, выполняют свою функцию. То есть, например, вот эта вот кнопка, она включает везде свет в салоне, то есть до багажа. Здесь у нас открывание дверей. Это дальняя дверь, это кабина пилота дверь. Здесь у нас камера. Я не знаю зачем, но просто решил поставить ее, где пассажир. Здесь у нас есть, ну, оповещение пассажиров о том, то, что мы взлетаем или еще что-то такое. Ну, как бы издается звук. Здесь у нас кнопки. Вот эти черные верхние кнопки, они включают шасси и закрылки. Сейчас покажу. Вот они вот так выглядят, то есть я их могу выдвинуть. То есть они, по сути, уже включены, просто я не шарю за механизм, поэтому они как-то так. А, что? Что-то пошло не так, но меня это не интересует. Ладно. Как-то это все пошло что-то по жопе, но не важно. Следующая кнопка, она активирует шасси. Шасси у нас выдвигаются, и таким образом мы можем ехать. Да. Здесь у нас микрофон, это связь с диспетчером. Я решила не делать шлемы. Или шлема, я не знаю, в общем, для пилотов, чтобы разговаривать, ну, все дела. Тут у нас всякие панельки, в общем, руль,
педали, ну как и есть в самолетах, как-то так. В общем, над кабиной пилота я больше всего старался, как здесь видно. В общем, идем к следующей постройке. Допустим, вот покажу вам офис, наверное, последнее то, что я покажу. В общем, вот она загрузилась. Здесь у нас маски, то есть их можно одеть. И не, ну, как бы мог бы сделать костюм, но это не важно. В общем, да. То есть здесь есть Бонни, Фредди, мои любимые аниматроники. Но не важно. Я не стал делать целую пиццерию, поскольку мне лень. В общем, вход у нас здесь. Заходим. Здесь у нас только первые вот эти вот коридорчики. Здесь камера. Это стекло, оно сделано специально, чтобы было мутно. В общем, здесь у нас офис. В офис у меня как-то так выглядит. Это тут типа плакат должен висеть, да? Но я решил сделать здесь, добавить, так скажем, DLC-шку, но неважно. Здесь тазеры, которые могут убить одного аниматроника. Ну, я там с друзьями играл, мы так решили. Также я добавил здесь вентиляцию, которая закрывается, открывается. Свет работает. Также и с дверями. Первая дверь, она закрывается, и также здесь работает. Что я добавил? Ну, также кейки, здесь всякие проценты заряда. И у меня добавил... вот здесь можно включить свет, кстати. Вот, добавилась маска, то есть как со второй части. Вот, и я так просто по приколу ее добавил, но неважно. В общем, вот так вот она задвигается. И вот так вот задвигается, да. Тогда она выдвигалась, но неважно. В общем, такое кресло. Ну, обычное кресло пилота. Я его немножко просто наделал. А, покажу камеры. То есть можно включить первая камера, вторая камера. А, почему-то здесь стекло не работает, ну ладно. То есть вот так вот должно, по идее, все выглядеть прикольно. И вот так вентиляция. В общем, это все мои постройки, которые я хотел показать. Поэтому всем спасибо, всем пока. Привет, я сегодня покажу вот такую вот постройку. Я сделал самолет. Вот, вот он. Сейчас я покажу тебе его снаружи и внутри. Вот такой вот он большой получился. Тут вот немножко надо было подровнять. Вот. Вот такой вот получился. Я очень хочу попасть в ролик. Надеюсь, попаду. Сейчас я уберу фиксирование. Ну, тут есть один минус. У него задняя часть тяжелее передней. Поэтому все будет вот так вот. Но это даже, мне кажется, к лучшему. Он будет сразу взлетать вперед. Вот. Вот так вот у него открываются двери. И с этой стороны тоже. С другой. Вот тут вот, можно сказать, такой вот телевизор маленький. Тут вот, когда летишь на самолете, смотришь в окошко или смотришь какой-нибудь фильм или сериал. Можно вот так вот. Вот. Он довольно пустоватый. Это, ну, типа как отдел для вещей. Как на настоящих самолетах. Тут вот кабина пилота. Тут вот, вот так вот можно. Ну, у меня такой коротенький обзор получился, потому что, ну, вот снутри его нельзя открыть. Только вот так вот. Есть один, второй минус еще. Сейчас покажу, как он летает. Так. Залазим. И включаем. Вот. У него еще есть турбины сзади. Вон они. Это запасные, можно сказать. Вот. Так вот он летает. И у меня еще есть одна постройка. И у меня очень много построек из твоих видео. Сейчас вернусь на базу. Так. Вот. Так. Ну, вот такой вот, можно сказать, не городок, а дворик я делал. Такой вот дом сейчас прогрузится. Вот. Тут песочница вот такая вот.
Такой песочный замок. О, игрушки детские. Вот. Карусель. Такая вот лавочка. Можно посидеть. Сейчас покажу, как карусель работает. Можно вот сделать медленную такую скорость. Можно и быструю. Вот так вот. Вот. Качель я, к сожалению, не смог сделать, чтобы она так вот туда-сюда каталась. Я не знал, как это можно сделать. Сейчас покажу домик. Вот он снаружи. Это как шторки открытые. Тут вот, правда, немножко вот эти вот щели есть, недоработочка. Проходим. Окно. Телевизор можно посмотреть на диванчике. Вот. Холодильничек. Надо было его закрасить как-нибудь. И тут такая комнатка, недоделана немножко. Вот. Так вот можно играть в Roblox в Роблоксе. Да. Вот и все. Мой обзор подошел к концу. Всем пока.